В тесной связи с прокуратурой депутаты работают давно. Еще в 2007 году было подписано трехстороннее соглашение. Третьей стороной выступала администрация города. Теперь сотрудничество будет еще более тесным и плодотворным. Нам бы хотелось выстроить такие взаимоотношения, чтобы с одной стороны мы говорим о необходимости принятия профессиональных, грамотных решений, а с другой стороны мы бы хотели разработать механизмы взаимодействия и работать уже с прокуратурой на стадии разработки проекта документа, чтобы выверить, скажем, он соответствовал всем нормам закона. Все-таки юридический акт мы принимаем, и, соответственно, нам нужна, конечно, помощь прокуратуры, потому что это специалисты в области права, это люди, которые глубоко владеют, знают практику, в том числе и судебную и так далее. В соглашении прописали и сроки рассмотрения прокуратурой документов. Обычно это 10 дней. Теперь, если появляется необходимость рассмотреть и принять их в срочном порядке, отведут 2 дня. То взаимодействие, которое у нас выстроено, да, и вот оно подкрепленное уже сегодняшним соглашением, которое мы, надеюсь, подпишем, оно только усилит наши совместные позиции в этом направлении и принесет пользу, ну, прежде всего, для кого мы принимаем законы, для наших жителей. Интерес к соглашению, безусловно, взаимовыгодный. Сотрудники прокуратуры со своей стороны будут участвовать и в заседаниях комитетов Думы, проверять, не противоречат ли нормативные депутатские акты действующему законодательству, предлагать свои мероприятия в депутатский план правотворческой деятельности. Соглашение подписали в присутствии большинства депутатов городской Думы. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.